Приветствую всех подписчиков, гостей моего канала, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодняшнее видео по Worker Cash. Значит, у нас Worker Cash возвращается с новым методом просмотра. Если раньше мы просматривали видео, когда перейти к заработку, значит, мы просматривали, нас перекидывало на страничку, вот, значит, мы просматривали определенное количество там секунд, а после просмотра уже страничка обновлялась и нас перебрасывала на сам YouTube. Теперь же мы просматриваем напрямую с YouTube. Понимаем. И каждая длительность просмотра 15 секунд. Значит, смотрите. Я возвращаюсь в кабинет. Кликаю «Заработать». И вот длительность просмотра 15 секунд. Тут вот появляется периодически такое вот окошко. Вот. Кликаем «Смотреть видео». У нас перебрасывает на YouTube напрямую. Звук я отключила. Как бы и здесь же есть секунды. И ждем 15 секунд, чтобы нам был зачет. Согласитесь, неплохо. Все, 15 секунд прошло. Я вкладочку закрываю. Все, просмотр засчитан. Следующее видео. И вот таким вот образом просматриваем видео. И каждое видео 15 секунд. И баланс, конечно, у меня обнулился. Сами понимаем, да, что тут у нас проблемы с YouTube. Вот. И выплаты приостановили. Так, это я пока закрою. Выплаты приостановили. У меня на балансе было $10, так как обнулили баланс, потому что рекламодатели жаловались, что как бы чтобы заплатить рекламодателям из-за вот этого YouTube. Далее вкладочки рефералы. По-прежнему реферальная ссылочка. Вкладочка выплаты, история выплат. Я уходить с него не собираюсь. Проект не закрылся, он не ушел в скам из-за того, что, ну, из-за проблем вот с YouTube, да. Вот здесь я неплохо зарабатывала: 5,60, $17, 16, 11, 11, 10. Ну, что я буду уходить? Это макрос, Telegram. Если кликните, попадете в группу Telegram. Сейчас я зайду. Вот. Участников около 4000. И как бы вот здесь закреплено сообщение. И как бы обязательно прочтите. Worker Cash возвращается с новым методом просмотра. Сейчас больше всего видео в этом разделе. Кликаете. Ну или как я, с кабинета. Как бы, да, и просматриваем видео. Ну и дальше тут вот эта вся информация. Как бы общий чат здесь и русскоязычные, и иностранцы. Видео кто-то писал. Вот как-то так. Кому интересно, работайте, зарабатывайте. Неинтересно, не работайте. Кому-то, для кого-то это мизер. Ну, а я здесь неплохо зарабатывала. Я всем довольна. Всем удачи, всем пока.